Мы вообще вышли на лед, уже ребята сидели на лавочке, ожидали нас. Мы прошлись, проехались, отбили всем кулачки, поздоровались, познакомились, улыбнулись друг другу в глаза и вышли на лед. Прокатились парочку кружочков, пообщались, размялись и поделились. Два капитана были. Был капитан Валентин Демченко, выбирал себе команду, и Артем. Поделились, играли, повеселились. Думаю, ребята получили положительные эмоции от этого матча, от этой тренировки. Ребята, конечно, очень веселые, желают играть в хоккей, желают что-то делать, веселиться, поэтому поиграть с ними вместе только за радость. Некоторые ребята видно, что чуть больше стоят, чем другие, поэтому чуть лучше катаются, но все равно это как и везде, чем больше они будут кататься, тем лучше будут становиться. Это им нравится, это они хотят делать, хотят этим заниматься. Конечно, там каждый гол, им уже не важно, забивают свои ворота или забивают чужие ворота, они все равно радуются, они кричат, то есть это большого стоит, эти эмоции. Да, Валик, конечно, неподкупный, мы его просили пропускать, но он честный, он ведет честную игру, не поддается никогда, поэтому стоял на все 100%, но мы его пробили все равно, удалось нам это сделать. Мы же это все делаем для эмоций детей, которые не могут себе позволить играть, то есть где-то, да, так вот прям официально, что называется, но поэтому мы даем им эмоции. Я считаю, что это очень правильно и нужно для нас и для них. Динамо!